Видите, как просто не во все, да? Просто, такая да, кроватка, да. Вот такой вот аналой у отца Паисия, книги его. А здесь он всегда... Да, а он всегда здесь вот читал записки, она смолился. А вот смотрите, здесь в углу маслица, да, такие, такое масло от разных чудотворных икон, святых мощей. А вон сколько четок в углу, да? Смотрите, четки. Епитрахиль, батюшки, да. Вон. Я хочу хоть вот так вот. Епитрахиль, много четок монашеских. Вот столик, вот здесь он тоже сидел за столом. Вот его фотография. Смотрите, как хорошо он здесь изображен. Ангелочек стоит. И вид из окна шторы, но вот видно там храм. И сегодня много машин, потому что сегодня годовщина отца Паисия. А тут вот кроватка. Видите, она как просто пледом застелили ее, да? На кроватке принимал. Ну да, конечно, когда вот там... Да, прям на кровать. Да, он так и принимал. Да, я прям... Дмитрий, а вы здесь были? Он прям вот здесь принимал, да? Ну да, я просто он тут сидел прямо, я вот... А вы рядышком стояли, да? А, видите, как было. Долго вы с ним беседовали вот, тогда? С кем вы были? Я с Машей был. А, с Машей вы были. Маша, ну а ты часто приезжал к батюшке, да? Да. Ну, конечно. Помогал батюшка? Помогал. Помогал сильно. Да. За маму молился, да? За маму, всех молился.